А у них есть кровать? У них нет кровати, дурак. Снова я чешусь. Всем привет, ребят, с вами Слай. Сегодня сыграю с двумя своими друзьями в новый Бадварс на сервере Hypixel. Йоу, всем привет, с вами Валрус. И Никита, всем привет. И давайте же начнем. Ну что, ребята, мы уже подсоединились. Ладно, давайте строиться. Все. Да, давайте строиться, мы уже тут немножко определились. Да. Дайте мне сказать. Всем привет. Стройся давай. На Валруса подписывайтесь. Обязательно. Да, это, ребят, давайте наберем под нашими видеороликами сколько лайков? 5 лайков. И тогда выйдет продолжение этого ролика с Валрусом. Я 7, ребят, у меня самый лучший актив тут, поэтому давайте у меня 7 лайков. А у них там вот такие, да, они скатились по 5, там, по 6 лайков собирают. О, га-га. Ладно, ребят, на самом деле, наше трио маленьких юных майнкрафтеров собралось вместе не просто так. Мы будем сегодя захватывать чужие кровати и выигрывать игры. А либо ливать данную карту. Интересная карта, это карта новая, пацаны. Карта под названием. Без названия. Зачем придумываю, да? Лектус он назывался. Он назывался Лектус. И, в общем, ребятки, давайте соберем побольше лайков, чтобы вышло продолжение данной игры в Бедварс вместе с новыми картами и моими друзьями. А у меня с голосом проблемы, потому что меня вчера Никита побил за то, что я обозвал его, поэтому, ребят, извините. Я как дела? Бы единственный на центр там достроился, а вы никуда не достроились. Нас зеленый идет. Я собирал. Нас зеленый идет. Давай. Да, зеленого. Так, все, я застроил кровать. Бегу. Да, вот на кому-то нужно вот эта фигня. Держите. Вот, убиваю. Он нас решил ломать, ребят. Все, ребят, мы его затащили на изи. Надо, кстати, его мостик сломать, чтобы. Или не, можно я думаю, давайте по ему мосту пойдем. Да, сейчас я буду. Только я сделаю прямой мостик, потому что как бы наверх не сейчас особо. Сейчас я даже куплю себе кирочку и с помощью... Давай, я пока строюсь, вы там это мониторите. Где? Ну, подожди, вроде зачем? Я тебе свой меч кинул, алло. Подожди, погнали, стоп. Погнали. У меня меч пропал. Давай, Слай, мы сейчас сломаем их. Давай, бегу. Погнали. Они меня кинули, ребят. Так, давай ты ломаешь, а я, короче, это бью их. Давай. У меня меч хороший, давай. А мне кирка плохая, ну ладно, нормально. Давай, ломай. Давай, ломаю. Есть, убил. Второго. Бью. Нет, сейчас не убью. Ломай. Валрус, ты где? Да блин, меня сломали, все, хорош, давай. Хорош, красавчик. Выходи. Просто. Валрус, давай. Ё-моё. Где ты вообще? Подожди. Вот, все, есть золото, отстаньте. Ты где вообще? Ты где вообще? Да блин, я на нашем острове, алло. Офигеть. Я тебе свой меч дал, потому что у меня баги были. Давайте. Понятно. А ты, блин, даже спасибо не сказал. Ребят, отписываемся. Таких надо просто. Так, а ребят, а чё, куда? Вы чё, уже сломали, да? Я слышал. Мы их как бы не добили, осталось добить только. Да, осталось ещё. У них 11 сердец ровно. Кто вам это подобрал? Подождите, а карта, кстати, похожа на Рим. Типа центр это... Типа да. Это как бы это и есть Рим, наверное. Это будет Колизей. Давайте попробуем добить. Алмазик! Я сейчас за алмазик, знаешь, что ты там? 18 золота с чувака подобрал! Ё-моё, ещё 3, офигеть, 24 золота. Там алмазы ещё лежат, заберите алмазы сразу же. Сейчас где принесу. Алмазы? Я забрал, да, на острове нашем. Сейчас заберу ещё на конечный остров. Так, окей, я захожу на центр, значит, па-па-па, улетаю, батя в здание. Давай. Это понятно. Так, ребят, напишите в комментариях, чей канал лучше. Дискриминация. Так, ладно, окей. Я, короче, золото положил в это в общий сундук, если что, там забирайте все дела. Да, не нужно забирать. Хорошо. Да, нам нужно жить и не горевать. На кого следующим пойдем, ребят? На мне синих или на зеленых? На желтых. Опа, тут синий ко мне пришел. Сейчас я его отомщу. Так. Там, если что, изумруды есть, тоже покупайте там мечи всякие. Алмазненькие. Сейчас я меч куплю себе. Так. Все, убил, отлично. Я убил синего чувака, короче. Ребят, вы где? Ты где? Ты на базе. Я на центре. Давай. Бегу, смогу, если что. Давай, мы к тебе идем. Кстати, я вижу желтого на зеленой базе, и, скорее всего, он сейчас пойдет на нашу базу. Ну, давай, тогда надо этого. Можно просто к ним построиться тогда, ребят. Ну, давай вот так сделаем. Нет, стой, он вернулся вроде как на свою базу уже. Так что все нормально. Да, окей. Сейчас я к желтым построюсь. Куда ты? Ой, синий! Что же он тут делает? Давай, пройдем. Все, убил. Пошлите давай. на синих, налево. Окей, пошли, там есть мост? Лево. Ой, есть мост, отлично. Чтобы никуда не строиться. Шоп. Погнали.
еще за произношение. Штом. О, молодец. Давай бегу. Там, по-моему, вообще никто не смотрит за их базой. О, классная. Боже. Классные кроватники. Смотри, что здесь происходит. Да, я и вижу. Ребята, я тут убиваю пацанов. Сломал кровать. Ты сломал? Да, она застроена была только сверху, ребят, так что нормально. Они немного глупенькие, по-моему, в этой игре. Ой, мы свои же. Ё-моё, что я бью. Окей. Так, о, нет. Кто-то упал. Да. Это вообще не знаю. Это был слайд. Нет, давай, короче. А подожди, а где кровать-то, ё-моё? А у них есть кровать? У них нет кровати, дурак. Ё-моё, че я тут? Я пошел, короче. Они на нас идут, они на нас идут. Сейчас прикрою, я на нашей базе, что? Пока что все бронеюсь. Он через алмазы идет, через правую сторону. О, вижу. Все, заходит парень, короче. Воу, он в ловушку попал и упал. Да, ловушка. А, да, это я купил, да, ребята. Это был последний? Нет, это был не последний. Еще где-то двое прячутся. Тут чуваки спрятались. Где? Вау. Окей, ребят, изивин, как говорится, да? Я запомню. Итак, ребят, продолжаем нашу игру. Давайте быстро снова лутаться. Кто куда будет строиться, ребят? Я хотел сказать. Ну ладно. Да, как бы я на центр буду строиться, как всегда. Ладно, давай. Как называется? Eastwood? Да, Eastwood. Кто западный... знает, приводится East, западный, что ли? А, да, East, западный, получается... Запад... Дикий запад? Не знаю, что такое Wood. Нет, дикий запад, Wild West, что-то такое. Нет, Wood не... это дерево. East это не запад. А, хрен его знает. Это восток вообще. Кто знает, вообще пишите в комментариях, потому что как бы мы тут это не... Да, здорово. Ну кто как, да, ты просто... Он узбек, ребят. Ладно. Ладно, я построился. А я единственный, кто стоит на своей базе и берет все, что там падает. Здорово. Привет. Тут синий на центре, парни. У тебя глаза синие. Я сейчас не могу прийти, мне нет брони. И меча тоже нет. Тебе нравится? Ну, я просто как бы говорю, что они достроились, и это самое. Пора бы на них пойти. Так, окей, у меня вот все, 9 золота, в принципе, я себе могу позволить, да, я же ютубер, могу себе позволить, ну, зеленый доширак, а красный... Слушайте, а вы знаете, я сейчас пойду на синенький, чего бы нет, они хотя застраивают там. Может, немного подождешь, сейчас я быстренько улучшение куплю и потом с тобой пойду. Я на них не пойду, лучше я тебя подожду, потому что как бы неудобно. Я пока что за улучшение просто построюсь. А что там, вы на кого хотите идти? На синих. На синих, да. Синих, значит, ребят, тут особая тактика. А так как слай у нас стилизован под синий скин, да, ребят, и так что ты маскируешься под синего, понял? Да. Я сливаюсь с ними и ввожу всю тайную информацию для тебя. Внедряешься. И потом закидываю на Никиту. Ага. Тут фиолетовой команды нет, поэтому я бесполезен, походу, да? Никит, ну черный команды тут тоже нет, так что прости. Причем тут черный? Это жесткий прикал. Ладно, все. Идем. И поднимайся наверх. Help me. Ребят, а вы знаете то, что я уже иду на синюю команду и рушу их кровать? Классно. Пока вы там смотрите на чужие. Ты как на них пошел вообще? Ай! Не ломаю кровать, понял. Или ломаю. Или не ломай, ребят, ставьте комментарии. Ой. Ставьте комментарии. Давай, ломай, я смотрю за тобой. Давай. Ну! Я его сломал, алло, ты чё? Красавчик. Красиво упал. Ну да, но я зато сломал, чё, ребят. Это ГГВП, если катку мы выиграли. Нет, да. Да, в скобочках нет. Так, ребят, что? Как у вас дела? Все хорошо. Кстати, можно еще алмаз брать. Почему я падаю вторую серию подряд? Так, в принципе, у меня... Какой меч я могу себе позволить? Так, ой, не то, покупаю, подожди. Так, я могу себе купить меч. Камень, боже мой, есть какой-нибудь что-нибудь нормальное? Кстати, тем временем желтые, походу, тоже построились на центр. Final kill, а что означает final kill? Сейчас скажу. Последний игрок в команде. Да, последний игрок. Понял. Да, желтые построились более-менее на центр. Ну, конечно. Так, у меня есть Stone Sword и... Yes. Так. Так что. Повторю. Давайте тащите, пожалуйста. Давайте. Ну я снова алмаз соберу. Только на этот раз не буду падать сначала. Парни, я иду на желтых. Я вижу тебя. Давай, я полностью за тебя сейчас. Я это сделаю. Я все. Есть! Отлично. Так, добить их. Одного убил, отлично. Второго. Давай. Ты ж Килару вчера качал, помнишь, что видео записать?
Да, Тилауру скачала и все. Так, а где наш противник? Последний. Оу. Желтый. Последний остался? Так нет, еще есть. Еще одна команда есть. Нет, еще один где-то желтый, я имею в виду. Кто-то там спрятался. Еще и красный, боже мой. Ребят, долго будем убивать их. Ну, отлично. Окей. А значит, я себе хочу купить Никиту. Никита не очень дешевый, поэтому покупаю тебя. Окей. Так, ладно, окей. Че, кого сломаем? Красных. Я пошел сам, все. Вы долгие, я, короче, сам сейчас пойду, сломаю всех и. Ну, я подожду пока что. Вы мне поставите лайк. Мне ставим лайк, не надо. Давайте, если он сейчас сливает, то вы ставите ему лайк. Если он не сливает, то вы ставите мне лайк. Что? Мы договорились. Подожди, я не понял. У меня даже блоков нет, подожди, надо отвернуться. Так. У меня-то лайк уже стоит, как бы. Я уж сломал одну команду. Так я тоже как бы сломал одну команду. Кек. Ну так что Слай, а ты сломал? Ладно, бегу. Давай. Бегу. Да, все, давай. Все, ради лайк, ребят, ставьте лайк. Поддерживайте нас. Ссылки будут в описании. На меня первую. О, Никита. Бей меня там полностью. Так, у тебя есть блоки? Я без блоков чет. У меня есть полно блоков, на тебе половину. Давай, спасибо. Пойдем на ум, на красных. Так, стоим, пошли на синих, давай, или кто давай, это? Давай. Нет, красных. А, это красный синих. Вообще, все. Да-да-да, пойдем. Они как-то одиноко находятся. Ты за мной идешь, ты где, Слай? Я строюсь, нет! Красный. Ты не так смысле? Идешь. В смысле, вот красный. Было через не, можно двумя способами, я продолжу твой путь и... Ну, давай, отлично. Давай. Сейчас все будет нормально. Так. Давай, я буду ждать вас, короче. Они дерево застроили здесь, можно добывать дерево? Я жду вас. Давай, мы почти простроились, ты его пока что втыкай и... Давай. Давай, все, прыгайте. Погнали. Ломаю. Давай, Валрус, тащим. Так, давай, ломай. Сломал, все. Где еще чуваки? Помогаю. Где они? Так, все, отлично. Одного слил? Вот, один заспавнился. И другого я тоже слил, да? Давай. И победа! О боже мой, давайте все в ряд встанем, быстрее, идите сюда, куда идите? Да вот я, иди ко мне. О, блин, снова упал. Ладно, все, отлично. Итак, ребят, на этом мы заканчиваем нашу серию ПБ-2, сегодня мы отличненько сыграли вместе. С Валрусом. И Никитой. В общем, поставьте лайк, ссылки будут в описании, всем удачи и всем пока. А, да, комментарий не забудь.